Понятие стимулирующих выплат определяет, что данный вид выплат представляет собой один из компонентов заработной платы, который, в свою очередь, характеризуется на несколько категорий. В частности, к числу стимулирующих выплат относятся разнообразные доплаты и надбавки, имеющие стимульный характер для работников, премии либо другие поощрительные начисления. На сегодняшний день в хасавюртовских школах стимулирующая комиссия из числа представителей городского управления образования проводит проверку работы учителей и оценивают по бальной системе. Для каждого педагога дается персональное количество баллов. Если наблюдать и анализировать динамику, работа улучшается. Но здесь я бы хотел отметить, на сегодняшний день очень необходимо 24 часа в сутки, которые ребенок проводит в школе 6 часов, и чтобы он знал всю ту базу, которую мы в школе педагоги даем, нереально, потому что дома родитель должен поддержать те знания, которые мы даем ребенку. Для любого интересующего нашу работу нашей гимназии, добро пожаловать, могу сказать, наши двери открыты, пусть придут, посмотрят. Начиная с 2008 года была введена новая система оплаты труда. Одной из ее составляющих частей являются стимулирующие материальные поощрения, которые направлены на увеличение мотивации. Стимулирующие выплаты – это доплаты материального характера, которые назначаются некоторым работникам в качестве вознаграждения за успехи и достижения на трудовом поприще. Перечень достижений оговаривается трудовым договором или законодательством. Бурлея Цамбиева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».